хотим поиграть в любовь. Звездные романы. Где здесь чистое чувство? А где чистый пиар? Первыми решили сыграть в любовь ради пиара девушки из группы Тату. Может, поцелуешься? Без проблем. Школьницы-лесбиянки целовались на радость публике и на пользу селф-пиару. Вы знаете, а мы ничего не играли. Вы знаете, тот возраст 14-15 лет, когда, как говорится, становление личности, да, когда ты пытаешься в жизни найти себя, кучу всего пробуешь. Пробуешь по-любому. Я думаю, что 99% пробовали. И мальчики, и девочки. Конечно. Тем более девочки. Это совершенно нормально. Сейчас повзрослевшие и родившие не открещиваются от ошибок молодости. Ну что такое поцелуй? Господи, это ничего такого. У нас же никогда мы не говорили, что там у нас здесь какие-то пошлые постельные отношения, еще что-то. Но что такое поцелуй? Я свою подружку целовалась, Ленка своими подружками там целовалась. Выпьем, у нас Ленка тут. Да. Можем целоваться.